Ну что, друзья, пришла аналитика по рынку недвижимости в Германии до 2040 года. И в ней говорится, что приток населения в Германии до 2040 года рассчитывается примерно плюс 6-10%. Конечно, это в большей степени в крупных городах, таких как Берлин, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, соответственно, ну, семерка крупных городов. В восточных землях предвидится отток населения небольшой. Но мой вопрос, как вы думаете, что будет с ценами на недвижимость как на покупку, так и на аренду? И что вы больше предпочитаете, жить в собственности или снимать? Мне будет интересно почитать ваше мнение.